2 декабря в Международном информационном центре состоялся гала-концерт Казанского открытого межвузовского фестиваля «День первокурсника-2016». В нем приняли участие лучшие студенческие коллективы высших учебных заведений Казани. Сам фестиваль проводится уже в 23-й раз. В фестивале участвуют более 14 вузов города Казани. Но, однако же, наш фестиваль является открытым, казанским, то есть со всей республики могут участвовать разные вузы. Также это как с города Набережной Челны, например, или же с Нижнекамска. Они боролись за звание победителей по различным творческим направлениям – хореографическое, вокальное, театральное и оригинальный жанр. Это была самая настоящая возможность проявить себя при большом количестве зрителей, показав на сцене свои таланты. Так, студенты КФУ вокального коллектива «Мелоди» сразили зрителей не только своей красотой, но и оригинальностью исполнения народной песни. Выступаем с вокальным номером «Вишня». Он в народной стилистике, но переделан в современной обработке. Эйфория. Невероятная эйфория. Усталость. Потому что буквально 10 минут назад мы приехали с другого выступления. Гала-концерт собрал на одной большой сцене МИЦа неимоверное разнообразие номеров разных вузов. Кроме творческих коллективов Казанского федерального, свои таланты представили и другие вузы города. Особенность этого номера в том, что очень динамичный, веселый, энергичный. В нем нет перерыва, затухания, замедления. Всегда все на очень высоком большом темпе и сопровождается это многим количеством поддержек, комбинация очень быстрых, очень энергичный танец. Мы же представляем энергоуниверситет, поэтому у нас все танцы очень энергичные. И, конечно же, самые лучшие номера 5 направлений были почетно награждены и удостоены различных званий. КФУ КНИТУ имени Туполева и КНИТУ получили награду за лучшее выступление творческих коллективов. Выступления студентов оценивали жюри, в состав которого вошли режиссеры, артисты, педагоги творческих вузов и представители организаций-учредителей фестиваля. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.